Ну что ж, всем привет, с вами Ломчик Кино 4, и мы продолжаем проходить Spider-Man по Shadows. Вот. В этой части сделки Люка Кейджа устроят засаду, но и мы должны будем ее предотвратить. Пропускаем эту хрень вообще. Просто болтовня. Так, я вам показал, насколько медленно летит черный Спайдермен. Красный летит быстрее, можно сказать. Так, что-то меня стрельнуло, наверное, бах, я не знаю. Так, нечаянно не переключил на продолжить. Эти опциональные миссии нам для прохождения не нужны. Вот. Так, ну это интересно, в принципе. Просто мочим этих ребят и все. Тут будет еще бугай. По-моему, два. Не помню. Ай, стреляют. Ай, сдохните. Так. Сдох. Так. Ой, блин, я тебя не заметил. Тупой придурок. Сдохни. Лежит, корчится от боли. Так, ну летим ко второй партии. К третьей партии уже, по-моему, да. Нате вам мой новый супертрюк. Так. И вот мы видим бугай. Так, мочим этих, в общем, ребят, и становимся на меточку, и опять летим к той меточке. Так. Ой, на этот раз не получился такой друг. Стопники стреляют они. Ай, ау! Ну, зато взял паучка. Ой, я забыл, у меня еще удар паутины. Е, это круто. Ай, икс! Черт. Вызываем Люка Кейджа, чтобы он нам немножко помог, хотя зря я, наверное, вызвал, потому что я же сам совсем разобрался. Добей его. Отлично, красава. О, позор, Люк Кейдж. Хотя тогда пули падали от тебя, а сейчас ты просто не смог от самого. Ладно, в общем, смотрим заставку на английском. Кто разбирается, тут, пожалуйста. Вот, я немного разбираюсь, поэтому я понимаю только, что какая-то сделка где-то в парке. Так. Посмотри, насколько он выше Спайди. Он намного выше Спайди. In the park. Be there or be square. Just show up, Rubens. Так, вот мы прошли миссию, но на этом не остановлюсь. Пожалуй, мы попадем таки в эту засаду, и нам сейчас позвонит Мэри Джейн со всякими претензиями. Ну, в общем, мы как бы поссоримся. Давайте посидим на здании. Господи, это другой способ. Я
изменяющий. Давайте все-таки полетим, я более или менее знаю, где это находится, но... Знакомые слова, как будто мне дежавю, вы помните, эти слова звучали в прологе. В прологе звучали эти слова. Я помню их. Типичная ссора двух одной пары. Хотя что я в этом понимаю, ничего. Слишком дохрена такси. Да, дорогие друзья. Такси здесь больше всего почему-то. Да город вообще какой-то неживой. Вот он неживой. Сейчас я говорю, что он неживой. Вы увидите, как он неживой будет спустя частей. Не помню сколько, но вы увидите, как он будет неживой. Будут симбионты, будут скрытые симбионты. В общем, не буду открывать все тайны. А пока просто пройдем миссию. Так, поехали. Суть в этой миссии просто делать удар Путина очень много-много раз. Много-много-много. Очень много, понимаете? Я не зря повторила это, потому что очень много. Два подхода нам надо будет сделать, чтобы пройти эту миссию. Так. Отлично. Отлично. Окей. Так. Твою мать. Извините. Блин, в общем, если здесь одного продуешь, то сразу же он упадет и начинается... Черт. Давай, сдохни уже. Да господи. На. Я полетел, сука. Чё за хрэ? Господи. Так, нам надо срочно кинуться к тому парню. Давай же. Есть, у меня все пошло в нужное русло. Извините за этот маленький косячок. Извините. Вот. Ну, сейчас мы все по-бырму пройдем. Так. Поиграем черным. Просто кому-то больше нравится черный, а не красный. Мне, например, почему-то больше нравится красный. Я не знаю, может быть, я такой олдскульный фанат Спайдермена. Шучу, конечно. Не знаю, просто как бы добрым играть веселее, не знаю. Ну, хотя он и так добрый. Просто костюм меняется, и силы, и другие удары. В общем, вот он, второй подход. Чем он отличается от первого? Да ничем, собственно. Просто домачиваем этих психов в красных костюмах. Кстати, мы потом узнаем, что они работают на... Вы помните новости запикиваем сейчас? Я просто не буду говорить этого слова. Такую интрижку сделаем маленькую. Вот, ну, в общем, мы добиваем оставшихся ребят. Еще осталась буква Г целая. Что-то мигнуло, извините. Так, перебрасываемся на этот дом. Так. Остался один. Нет, два. Нет, три. Ладно, все, чуть-чуть последний. Ну вот и все. Сейчас нам дадут право выбора. Предупреждаю, выборов черный. Вы побьетесь с этими ребятами. Ну и репутация. В общем, как бы Кейджа потеряете. А выберу в красный. Просто произойдет такой разговорчик. Ну, эти ребята помирятся, конечно же.
Вот. Всем удачи, всем спасибо, а я пошел рубать контру. Пока.